Привет всем, снова на рыбалке. Вот, Подик уже разложил, вон Жонушка кофе бодяжит. Я уже подсачек разложил, вот смотрел воду. Сегодня особенная рыбалка. Я тягать не могу, будет тягать моя жена, так как у меня болит рука. Всю рыбу вываживать и доставать будет она. Я только буду на подсаке. Сегодня будем использовать такие бойлы. Вот, бойлы. Их же будем садить на крючок. И их же будем кидать в лодочку для прикормочки. Вон женушка уже крошит их по чуть-чуть напополам. Вот так вот. Раз, раз, раз. И будем завозиться. Вот наш уже разложенный родподик. И вот наш место будет в уголок. И чуть-чуть от уголка метров 5. Примерно две точки у нас будет. Туман такой. Я думаю, сейчас разведнется, будет солнышко светить. Красота. О, попалась. Как раз рыбка выныривала, и она попала в кадр. Так вот это все выглядит. Такой вот болит. Свежий, пахнет, мягенький. Надеюсь, он не будет сильно раскисать. И будем использовать еще вот сюда такой вот заранее замоченный перец. Сладкий. Бойлы у нас такие вот кальмар, а перец более сладкий, какая-то манила или как, классный перец. Вот так это все выглядит, красивенько, и еще добавим такого бустера, немножко, чтобы дал чуть пыли, беленького и такого вот красненького, вообще будет красота, малинка, и готово. И поехали. Раз. Опусти, опусти чуть-чуть. Опусти удочку. Удочку опусти чуть-чуть. Вот так вот. Раз. И поплыли. Еще опусти. Наведи прям на него. По классике червячок, большой перец 6-миллиметровый и 2-миллиметровый, и чуть-чуть на червячка капнул бустера, все вперед. Опанулись. Это красота. Новые бубенчики у меня такие вот беленькие, очень будет сильно видно поклевки на видео, все для вас, подписчики. Все, ждем. Так вот, засыпал я кучу пелеца, полил его двумя бустерами, фрустантным, красненьким, и сейчас пойду так чуть-чуть по тот бережок позакидываю руками прям. Первая поклевочка, вот моя рыбачка, тянем. Вот такая вот хорошая рыбешечка. Пузатая. Как твои ощущения? Прикольно. Большая была, тяжелая. Отпускай. Вот это поклевочка. Хорошая рыбешка.
руки. Вообще. Я, наверное, не... Я сказал, Костя. Так и потянул. Потянул. Ну не тяни. Смотри. Не давай ему в кусты зайти. Тихо. Мари. Не давай ему в кусты заводить. Не давай ему. Тихо. Давай по центру. Мари. Он не зайдет по цаку. Мари его еще. Не, тихо. Не води нахрапом. Тихонько. Есть. Вторая рыбка, более эмоциональная такая, мощная. Это тяжелее, я ее даже взять не могу. И только двойка. Отпускай, не мучай. Ой. Где-то килограмм 5 примерно. Да, наверное, есть.